Поехали. Сейчас я наберу Ильдара. Саша, позволение. Прикольно. Поехали дальше. Если серьезно, то, скорее всего, конечно, у товарища орка справа будет очень мало шансов. Посмотрим. Как-то погрустнел, да? Что-то с Эльдаром случилось. Он не прочел сообщение и не взял трубку. Это очень странно. Ну ладно, я вижу по чатику вроде как все ок. У большинства, по крайней мере. Ладно, поехали. Разведку делает Сокол. Ну, те товарищи не парились с разведкой на самом деле. Креатура. Привет. Добавилось, конечно, с фиолетовых никнеймов. Армию... И блейдмастеры побежали. Сразу различия, видите? Сокол идет тут же на предмет. Должен, по крайней мере. А, не, он будет тырить, пытаться. Увидел. И пошел выбивать предмет слева наверху. Странно, он не знал, видимо, как будет действовать орк. Приз, потом здоровый. Армию игрока атакуют. Ну, орк как бы тоже нормально делает более-менее все. Венец благородства побежал, но не успеет. Хотя, может, и успеет. Такой аркадник, капец. И Блейд лечится. Добивает. Армию игрока атакуют. Но тут по уровню чуть не... Ну, хорошее преимущество, на самом деле, у этого, у синего орка. У Сокола артефакт чуть-чуть лучше, но вот так себе. На самом деле, это разница. Вот пока не скажешь, что один очень хороший, а второй не очень. Пытается собрать гранта одного. Тот бегает вокруг, специально наверх побежали другие, чтобы подблочить его. И можно проатаковать. Молодец. Да, и Блейд получает второй уровень. Зачем? Ну, это мисклик, кажется. Он не должен был атаковать, естественно. Что по таймингу Т2? У Сокола тайминг хуже. При том, что у него еще лавки нет. Я не знаю, как такое произошло. Завтыкалось с грейдом, очевидно. Попытки разбудить, обмануть. Ну, можно этого в тролле убивать, конечно. Здесь получает второй уровень Искандер. Мелкого не стоит добивать. А, у него виндвок закончился просто. Тогда стоило, конечно. Тогда, конечно, стоило. Пытается подблочить еще одного гранта. Не выходит. Блин, орковские мирроры будут, конечно, все вокруг фонтана крутиться. Блокирует опять. Ну, очень мало урона заходит. Просто очень мало.
из-за регенерации почти все нейтрализуется, что наносит Блейд. Надо либо блокировать, либо даже окружать пытаться. А кто разбудил-то? Какая сволочь стреляла? Пытается добить второго гранта. И теряет одного. Теряет второго. Минус 3 гранта в общей сложности на старте. Что, конечно, очень плохо. У Сокола 4, там 1. Вот и вся разница. Даже не хочется берсеркеров делать грейд. Ну, с 4 грунцерами, на самом деле, можно и фонтан взять. Даже без блейда. Начинать крипить вот этих вот боковых. Ну, ядовитых, пурджителей, вот этих вот. Раз, два. Даже не дожидаясь сыхи. Не знаю, что он тянет. Это стандартная вещь. И зачем он блейда подставляет? Должен был... Сейчас вот эти вот двое. Стандартная схема крипинга. В это время приходит к нему на центр, но лучше разменять телепорт на центр, чем... Ну, чем отдать противнику центр. Тайминговая лавка у Соколи, как видите, очень классная. И жезл похищения маны. Блейд третий. Лавка, естественно, должна быть готова к тому моменту, как выходит СХ, чтобы он сразу закупил там замазку и спиды. И Book of Dead, который может быть реализован. Но желательно не здесь, лучше в контратак. Нет, он здесь реализует его, типа, да? Ну, отлично, Сокол. Что это такое? Какой прекрасный блок вообще, шикарный блок. Пытается окружить рейдера. Это стыд просто. Как Сокол Book of Dead. Причем там дырень такая сверху была долгое время. Не, ну орк хорошо старается, контролит. Правда, Shadow Hunter Сокола, скорее всего, не выживет. И Book of Dead вроде есть, а вроде толку нет. Что? Может, зря я напугал Сокола. Тут не такой жесткий парень, а... Из-за этого Сокол просто больше ошибался сам по себе. Ну, рейдер от контроль. Ну, Book of Dead сейчас решает хорошо. Видите, лучники с фокусом. Гранта бы еще окружить. Конечно. 40 лимит на 32. Но следующий посмотрим с шейком. Это, скорее всего, будет последняя игра Сокола на этом турнире. Вот, если что-то радикально не поменяется, то Шейк его не должен прощать. Book of Dead закончился. Появляется Виверна, с которой не ясно, что делать. Она довольно быстро ушатывает спирит волкеров. Ну, там, скорее всего, батка, конечно... Можно сеткой законтрить ее. Сокол получает уже 4-й уровень. У противника всего лишь 2-й блейд. А СХ, помните, когда убит был у Сокола? Я только сейчас выходит с этого, с базы. А вот и батка. Раз. Почти зажал опять Сокол. С ума сойти. Я думал, что разница по уровню будет очевиднее, но нет.
Не настолько. Ну, окруж... Ну, что ж ты делаешь-то? Ну, что... Приходит СХ, высасывает ману у другого СХИ. Тут подрезаются рейдеры. Один, второй. Может, там батка готовится? Нет, батка не готовится. Сейчас, скорее всего, на телепорте придется уйти. Хекс, видимо, был в перезарядке, так бы... Можно было Хексом оставить. Вот сейчас можно убить его. Ой, Блейдан. Ну, в Хекс! Ай, там лечение же точно. Успеет. Не, не успел. Ну, пишем ГГ, выходим. Хотя, блин, эти же товарищи не выходят. Эти товарищи сражаются до конца. И еще одна виверна. А Сокол продолжает делать рейдеров. Тыкает Т3. Сетки штрафуют СХУ, пытаются окружить. Ну, слава тебе, господи. На этот раз герой все-таки был окружен. Кричит. Никто ему не поможет. Искандер, это же вроде медоед или нет? Я не знаю, там разные номера. Это вроде название вообще какое-то, какого-то единицы вооружения, нет? Это... Нет? Я просто где-то что-то слышал, но не разбираюсь. Сейчас меня сразу в чате поправят. Спасибо. Сетка на Виверну раз, сетка на Виверну два. Наваливается Сокол. Ракета. Баллистическая ракета. Ага. Армию игрока атакуют. Батка ждет, когда взлетит Виверна. Третий левел наконец-то получает, но там уже пятый. Батке делать нечего. Пока что. Что, ломиться не будем? Да ладно, чего ты, ну? Бьет Блейда. Пытался не дать отступить. Бору без... Ну, они должны быстро ушатываться из-за магического урона. Второй... Сейчас вот Сокол психанул по баткам. Раньше он делал рейдеров против Виверн. Ну, взрывай, ничего, ничего страшного. Ну, стреляет же она, ну... Вот эту и эту взорви. Ну, взорви. Раз, два. Ну, батки-то, ну. И вот эту взорви. Не, ему жалко батку взрывать на такую Виверну. Он с руки ее убил. Немцы, они такие практичные. Давай теперь с этой баткой космический урон наносим. Противника выходит СХ. У нас лечение скоро будет на 90. Ай, хотел подлечить, видели? Но уже не успевал. Но все равно... А, Хекс решил, чтобы Блейда убить. Минус Блейд. И пишет Искандер ГГ. Следующий матч, который проведет Соколик, будет против Шейка. Ну, батка, это еще раз воздушная разведка, если что. Спасибо, спасибо. На случай, если будут по этой нычке ставить, да, как в прошлой игре. Странная тоже игра. Такое ощущение, что Сокол против компа играет, не выходим пока из здания. Ну, больше напоминал противник вот в прошлом матче, вот Искандер.